Сообщение из столицы Среднего Урала. Миссионерский институт приглашает получить высшее богословское образование. В учебном заведении Екатеринбургской епархии прошел день открытых дверей. На встречу с преподавателями и студентами вуза пришли потенциальные абитуриенты, их родители, а также все, кто интересуется высшим профессиональным образованием. Как рассказали в вузе, обучение в Миссионерском институте бесплатное. По окончании выпускники получают диплом государственного образца. Интересной и полезной информацией поделились ректор института Наталья Дичкова, а также заведующие кафедрами и студенты. Они рассказали о предметах, которые изучают, а также о том, что такое теологическое образование и почему оно необходимо православному христианину. Перед гостями также выступил хор Миссионерского института «Горлица», лауреат конкурса в духовной музыке. В Миссионерском институте очень интересно учиться, хотя и трудно. Здесь важно не просто быть слушателем интересных лекций, но и самому читать серьезные книги, писать контрольные и курсовые работы. Православному человеку нужно поступать в православный вуз, где все студенты православные христиане и все преподаватели православные люди. У нас есть и светские профессора, они все верующие, воцерковленные люди, и половину преподавателей представляют собой священнослужители. Мы сегодня, не скрываем этого обстоятельства и прямо о трудностях говорим нашим абитуриентам. Если вы решили поступать, то вы должны все взвесить, подумать. Очень серьезно, на 5 лет рассчитать свои силы, потому что срок обучения в нашем вузе 5 лет при вечерней или заочной форме обучения. И нужно рассчитывать, повторюсь, на то, что это не просто какие-то сладкие духовные беседы и не какая-то воскресная школа, а что это серьезное высшее учебное заведение. И студенты, преподаватели Миссионерского института отмечают, что учиться здесь совсем непросто, но те знания, которые можно здесь получить, поистине бесценны. А самое главное, человек, который обучается здесь, попадает в большую православную семью. Мне напоминает обучение в нашем институте, что мне тоже очень нравится, машину времени. Я неожиданно себя стал ощущать на 30 лет моложе. Вот тем человеком из того времени, только из-за того, что я поступил в институт. Поэтому настоятельно советую идти и не стесняться, и не смущаться, не терзаться какими-то смутными там подозрениями. Не надо. Вы получите огромное удовольствие, во-первых, от самого процесса учебы, от тех педагогов, которые вам преподают. И если будете серьезно подходить к учебе, вы получите просто неоценимые знания, которые вы, в общем-то, не получите нигде. Всю интересующую информацию будущие студенты могут узнать по адресу: город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом 12, или по указанному телефону.